Уважаемые товарищи, на территории праздника открывает опытный образец автоматизированной пусковой установки 9П-163 на базе бронеавтомобиля ТИП. Во главе колонны начальник отделения капитан Ситников Олег Игоревич. Представленный образец в настоящее время проходит испытание в 7-м отделе. Начальник отдела полковник Логинов Сергей Викторович. Боевая машина самоходного противотанкового комплекса 9К-111 «Конкурс» используется на полигоне для проведения испытаний в 7-м отделе. Возглавляет расчет начальник отделения капитан Шалашов Евгений Игоревич. Самоходную артиллерию представляет 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Нона СВК». С-23 используется при ведении испытаний в 4-м отделе. Начальник отдела подполковник Петров Алексей Юрьевич. Управляет расчет начальник отделения капитан Кавров Владимир Владимирович. Фиксируемая артиллерия представлена 120-мм гаубицей Т-30. Состоит на вооружении более 35 стран мира. Старший машинный прапорщик Томки Денис Александрович. Продолжает парад наследник «Катюш» 122-мм реактивная система залпового огня «Град» старший машинный прапорщик «Кисерёв» Олег Петрович. Далее следует бронетранспортер «К-16». Предназначен для перевозки личного состава к полю боя и его огневой поддержки. Колесная боевая машина пехоты К-17 также предназначена для транспортирования личного состава и поражения на